13-го. Наконец-то на моей улице праздник. Гляжу и не верю своим глазам. Перед моими окнами ходит молодой, статный брюнет с глубокими черными глазами. Усы прелесть. Ходит уже 5-й день и все на наши окна смотрит. Делаю вид, что не обращаю внимания. 15-го. Сегодня с самого утра проливной дождь, а он, бедняжка, ходит. Но в награду сделала ему глазки и послала воздушный поцелуй. Ответила поражительной улыбкой. Ну кто он? Ой, сестра Варя говорит, что он в нее влюблен, ради нее мокнет на дожде. Ну как она не развита? Ну может ли брюнет любить брюнетку? Мама велела нам одеться получше и сидеть возле окон. Ну может он жулик какой-нибудь, а может и порядочный господин, сказала она. Жулик? Ну как вы глупые, мамаша? 16-го. Варя говорит, что я заела ее жизнь. Ну, виновата ли я, что он любит меня, ну, а не ее? Сегодня уронила ему на тротуар записочку. О, комарщик! Написала себя мелом на рукаве после. А потом ходила, написала на воротах визави. Я не прочь только после. Написал быстро мелом и стер. Ну, а чего мне так сердце бьется? 17-го. Варя ударила меня локтем в грудь. Подлая, мерзкая завистница. Сегодня он остановил городового и долго что-то говорил ему, показывая на наши окна. Интригу затевает, подкупает, должно быть. О, тираны, деспоты вы, мужчины. Как вы хитры и так прекрасны. 18-го. Сегодня ночью приехал брат Сережа. Не успел он раздеться и лечь в постель, как его потребовали в квартал. 19-го. Гадина! Мерзость! Оказывается, все эти 12 дней он выслеживал брата Сережу, который растратил чьи-то деньги и скрылся. Сегодня он написал на воротах: «Я свободен и могу!» Скотина! Показала ему язык.